Доброго времени суток, с вами Васп и небольшая распаковочка. Подозреваю, что это пришло сиденье для велосипеда, для дочки, детское. Ну, сейчас откроем, посмотрим, какое сиденье и что там, как и чего. Постараюсь, чтобы не порезать. Аккуратно. Аккуратно открыть. Да, уже видно, что это сиденье. Заказывал черный с красным цвет. Вот. Такой. Сейчас посмотрим. Сиденье для девочки. Ну, вот такое сиденье. Мягкое. Ну, относительно. Сейчас посмотрим, покажем. Швы аккуратненькие. Есть катафотик сзади. Такой отражатель. Пружинки. Мягкая. Ну, хорошая. Вентиляция. Сейчас посмотрим, насколько оно больше или меньше классического. Ну вот, скажем, это родное сиденье, а это тот, который заказывал. Ну, видно, что и пошире, и чуть-чуть подлиннее. И родное сиденье, ну, такое обычное, без амортизаторов, таких, ну, стандартное, скажем так, сиденье. А это такое толстенькое, на пружинках, симпатичное. Все аккуратно сделано. Вот. Думаю, ребенку понравится. Будет мягко и удобно на велике. Все ссылочки в описании будут, если кому интересно, кто захочет. Там есть у продавца различные расцветки. Есть и черные, и синие. В общем, по ссылочкам посмотрите. Шло относительно, ну, долго, наверное. В описании, в ссылочках, в описании напишу, сколько шло это сиденье. Ну, доволен, все аккуратненько. Швы довольно качественно. Ну, это кожзам какой-то. Главное, чтобы он не разлезся, не полопался там через месяц. Ну, если что, отпишусь. Ну, такое прикольное сиденье. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Васп. Удачи и мирного чистого неба.